Можем ли мы, готовы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. И скажу почему. Потому что да, у нас растет продолжительность жизни. Но все-таки для мужчин это 65,5 лет. Ну что же это, значит, если мы 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит, отработал в деревянный макинтош и поехал, что ли? Но это невозможно. Ну, студент, готовься. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь.